Привет, дорогие друзья! Привет! Сегодня 14 января, практически 8 часов вечера, и мы с Айханом вышли прогуляться по вечерней Аланье. Температура воздуха около 10 градусов. Кто-то меня спрашивал в комментариях, ты ходишь уже без шапки, уже тепло. Так вот, хочу сказать, что днем температура одна, вечером другая, утром третья. В общем, одеваемся по ситуации. Сейчас, немного прохладно, поэтому лучше надеть шапку, шарф, перчатки, чтобы не замерзнуть. В общем, идем вместе с вами в центр города, покажу вам, что же происходит в воскресенье вечером в Аланье в январе сейчас месяце. Сейчас мы с Айханом идем по улице 25 метров, которая параллельно улице Ататюрка, набережной. Многие спрашивают, где покупать фрукты и овощи, когда нет рынка. Вот их можно покупать вот в таких вот магазинчиках. Они открыты постоянно, в любое время года и допоздна. Здесь не так много народу на этой улице, практически никого. Сейчас посмотрим в центре, есть ли народ в кафе и гуляет ли народ на набережной в это время, воскресенье вечером. Сейчас мы идем по новому парку, который ведет от улицы 25 метров к улице Ататюрка. Ну, это скорее не парк, а прогулочная аллея. Вот таким вот образом она выглядит. Недавно построенная. Надеюсь, что ее еще лучше облагородят. Эту аллею построили совсем недавно, и она идет от улицы Ататюрка и идет, как я уже сказала, до улицы 25 метров и упирается в большую площадь, заканчивается большой-большой площадью, которую тоже сейчас облагораживают. Ну а мы прогуливаемся. Народу мало, классно. Сейчас пойдем возьмем себе кофе и пойдем на набережную. Посмотрим тоже, что там происходит. Также здесь есть вот такой вот домик для кошек, где есть водичка и еда, куда кошки могут приходить греться. Надо здесь этих домиков поставить побольше, потому что туда максимум 3 штуки влезет. А здесь есть еще вот такие вот лавочки и качели. Вот такие вот качели, на которых можно качаться. Здорово. Но надо качелек побольше поставить. Здесь качелек всего 3 штуки. Мы уже выходим из этого парка и выходим на улицу Ататюрка. На небе светит луна. Покажу вам, если видно будет. Вот такая вот яркая луна. А вот и улица Ататюрка. И через деревья, между деревьями уже видна Аланийская крепость. Мы пришли уже в самый центр. Здесь можно купить кукурузу. А, нет. 5 лир, 100 грамм каштанов. Кукурузы здесь сейчас нет. Возможно, она есть на набережной. Мы вышли на самую главную площадь около мэрии. И чуть-чуть прогуляемся с вами по улице Ататюрка. И потом повернем на набережную. На самом деле такая погода. Очень приятная, не холодно. Но все равно советую вам утепляться. Потому что можно простыть. А чтобы не простывать, лучше на себя надеть чуть-чуть побольше одежды. Центральная улица и кафе. Сейчас мы тоже купим кофе. Народ сидит, отдыхает, пьет кофе, общается друг с другом. Друзья, как вы думаете, где я? Посмотрите, сколько снега выпало в Аланье. Сколько снега. Очень много снега. Можно кататься. Кто спрашивал, скучаем мы по снегу или нет? Нет, в Аланье, друзья, мы по снегу не скучаем. Посмотрите, какая у нас большая гора. Можно кататься на санках, лепить снеговиков и играть в снежки.
Ну, на самом деле, расскажу вам, что снег этот не выпал сегодня, а второй год в центр Алании мэрия привозит два больших грузовика со снегом. И дети играют в снежки, те, кто скучает по снегу, приходят и играют в снежки. Смотрите, какая у нас красота. Снег в центре города. И прямо здесь у нас наши прекрасные, красивые пальмы. Посмотрите, какая красота. Поэтому скучаем ли мы по снегу в Алании? Нет, не скучаем. Потому что снег привозят в центр города, а еще 20 минут на машине или 30 минут можно отъехать и приехать в горы, где можно, где снега по колено, где можно лепить снеговиков. Видео у меня есть на канале о том, как мы ездили 2 года назад. И в описании к этому видео я оставлю ссылку на то, как мы ездили в город, делали там шашлыки. Вот он, друзья, настоящий снег. Настоящий снег в центре города. Конечно же, снег здесь находится уже целый день. Когда его привезли, было 11 часов дня. Сейчас он уже тает и скорее превращается вот в такой вот лед. Но так, только в меня не попадите. И можно лепить снежки, играть в снежки. Вот, скучаем по снегу в Алании, а его нам привозят. Кстати, эта традиция пошла из мэрии Аданы. Во многих городах Турции для детишек, где нет снега, мэрия привозит снег. Фетхие в Адане, я знаю. И вот в Алании уже второй год. Можно было взять с собой пакетик и прокатиться. Но снег уже начал таять, поэтому моментально руки становятся мокрыми и тоже вся одежда начнет намокать. Ну вот видите, сейчас уже в 9 час вечера, поэтому люди, дети, видите, какой кайф. Можно сделать ангела. И взрослые, и дети. Представляю, сколько здесь было много народу. Сколько здесь было много народу днем, когда только снег привели. Но днем мы не успели, потому что отдыхали. А сейчас люди приходят и радуются, играют музыка. Айхан, насыл карвендин мы? Понравилось? Асуомуш. Асуомуш, ама. Гюзельдильми. Здесь снег. Вот, ребенок прям аж радуется. И ангела делает, и по горке бегает. И мы поворачиваемся в эту сторону. Поворачиваемся в эту сторону. И здесь у нас наши прекрасные аланийские пальмы. И самая красивая набережная в мире. С видом на крепость. С видом на крепость, на Красную башню. Посмотрите, как красиво огни вечернего города отражаются в воде. Когда летом здесь стоит большое количество кораблей, конечно же, здесь совсем другая атмосфера, и мы не видим вот этих вот огней, которые отражаются в воде с противоположной набережной. А сейчас нет никого, и мы наблюдаем вот такую вот красоту. В описании к каждому видео есть ссылка на нашу группу в Фейсбуке, где мы каждый день постим какие-то фотографии, небольшие видео короткие, либо делаем прямой эфир. Вот, например, сейчас Айхан делает прямой эфир в нашей группе. Поэтому те, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, чтобы видеть все самые последние новости и фотографии из Алании. İkinci kez yaptı. Güzel bir etkinlik bence. Evet. Biraz iskeleye doğru gidelim.
Biraz kısa biliyorum. Ama en azından kısa bir iskele turu yaptık. Herkese iyi akşamlar. Good night. See you. Друзья, на этом мы прощаемся с вами из Алании, вот с таким вот видом на крепость. Обязательно приезжайте в любое время года, здесь очень здорово. На сегодня всем всего хорошего, пока-пока.